Во, а что это вокруг нее ножи летают? Да ладно. Магическая же. Офигеть. Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, отличнейшее настроение. Сережка, поздоровайся. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что написали мне в комментариях и в личку, чтобы мы записали обзор новых аниматроников. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас рубрика «Какой аниматроник самый крутой?». Поехали. Так, ну что, первый у нас Фредбир. Сделаем коротенький обзор. У него очень большая спина, хотя сказать жопа, классные звуки издает. Очень детализировано и допилено все, прям круто. Так. А ну-ка, покажи его скорость, с какой скоростью бегает. Телепортироваться может? Нет. На Ctrl? На Ctrl ничего. Да, будем вкратце смотреть их анимацию, потому что мне сказали, что мы реально не смотрим их анимации. Но надо все просматривать. Ну что, давай тогда скример. Да, скримаки добавили. Очень круто, потому что мы очень давно их записывали, но они были такие сырые, что просто ни о чем. Следующий у нас идет Бонни. Давай. Ой, красавчик, какие у него ухи большие, ничего себе. А ну на Ctrl. Чего? Ничего не делает. На правую кнопку мыши. Музычка. Опа-па, а че он так руку делает, прикольно, когда ходит? Странно очень, а почему так? Так, звуки классно издает, да. А вот как бегает. Я не понимаю, почему разработчик ему сделал такие здоровенные уши, как у кузнечика какого-то. А он, если честно, напоминает Nightmare, это Бонни из FNAF 4, правда, починенный. Давайте договоримся сразу, что если вам ролик этот понравится и поднимет настроение, вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что мы стараемся записать ролики каждый день. Давай, Серега, скримак. Воу, очень детализировано, очень. Так, кто у нас там следующий? Чилипиздрик. Фокси. Они такие всегда очень мультяшно сделаны, но при этом какие-то очень злые. На Ctrl ничего. На пробел. Ты пехаться они не могут, да, вообще? Никакие. Да, вообще не могут. Более реалистично сделано. Да. Стандартный звук Фокси. Ладно, давай, скримачок. Воу, псих из детства. Кто у нас там следующий? Фредди. Ай, какой красавчик, вкусняшка. Анимация классная, ты ничего не нажимаешь, они просто да, руками шевелят сами. Да, да, да. Так, так, так. А ну-ка, звуки. Бег, какой бег. Вот кстати, бег. Медленно бегает. Не сильно очень быстро. Медленно. Кстати, да, мы, наверное, следующая рубрика, какой аниматроник самый быстрый с них запишем. Давай, скримачок. О, он-то глаза закатывают, стрёмно. Ну, прикольно. Ой, класс, прозрачно, я вижу твои механизмы. Ты видишь? Вижу провода какие-то. А это дед Лефти. Дед Лефти, дедушка Лефти. Привет, как дела? Я не иду на работу в пиццерию, я иду за Лефти. Я иду, иду пенсию получать. О, невидимый становится. Прикол. Я думал, у них нет никаких возможностей, но все-таки что-то есть. Ладно. Скример скучный, просто как будто телевизор плохо ловит. Так. Бонни. Такой веселый, классный, озорной, руками машет. Так, звуки. А ну невидимочка должен тоже вроде вставать. Нет. Вообще не встает. Димка-невидимка. Вот как бегает. Мне кажется, скорость у них у всех одинаковая. Да. Плюс-минус. Скримачок. Ну-ка. Ой, классный скример. Крутой. Так, кто у нас там еще? О, привлечь. Вичи Спринг Бонни. Че он там делает? Ого, так резко встал. Я проверял, как он встает. А вот это самый шустрый из них. Да, он быстро бегает. Ничего себе скорость. Без шифта? Да. А с шифтом? А, одинаково. На машине не уедешь, только скоростную надо. Бантик у него деловой. Давайте ему по жопе дадим. На.
Красава, красава, мощный мужик. Лупашит всех. О, это следующий. У нас следующий пилпак, да, пошел? Да, Фрунтбой. FNAF Nights 2 пилпак. Это, короче, поломанные. Сломанные Бонни. Что это за кусок говна ползающий? И все, вот это и все? Вот, ни головы? Ничего нету? Да ладно, первый раз такое вижу. А что так разработчик сделал странно? Ах ты, блин, я испугался. Неплохо, неплохо, пойдет. Так. Чика на одной ноге. 52 тысячи жизней. Нифига себе, да, она как-то прыгает. Ну, текстурки классно сделаны, мне нравится. Вот это нашив, да? Да. Будем использовать в рубрике «Аниматроники пугают охранника». Прикольно. Так, поломанный Фокси, сгоревший. Воу, да ладно. Офигеть, привет. И что? А ну-ка. Бегает. А звуки? Они вообще никакие звуки не издают? Не, вообще никакие. Динамиков нету? Палама, ты. Все сгорело. На! Он мне, короче, типа крючком голову сносит. О! Оно ничего не жмет, он просто вообще лежит без анимации, без ничего? Да. Вот, он двигается сам по себе. Понял, понял, провода с руки висят. Пошел, пошел, пошел. О, нормально еще ползает, я думал, будет медленнее. Мне кажется, после такого вообще не должно ничего работать, никакие механизмы. Но нет, это не про аниматроников. А ты пэхаться ничего не может? Нет. Ладно, давай, скримачок. На-на! Отлично. О, это у нас уже следующий пилпак пошел. Five Nights. Candies 2. Это у нас Cat. Он должен звуки издавать. Да-да-да. Так, вот эти пищания с Candies надо запомнить. Классный, классный. А Ctrl-R ничего там, не? Ctrl нажимай, ничего. На R ничего, на правую ничего. Давай, скримачок. На... О. Ребята, не забудьте написать в комментариях в конце ролика, какой для вас аниматроник показался самым крутым. Кстати, у них топили на то, что скример сам по себе проходит, не надо через оверлей убирать. Так, что это делает у нас? Это тоже крыса. Такие же звуки издает. Ля крыса. Такие же звуки, в точь-точь. Да. То есть можно запутаться и не угадать его. Да, тут с обманкой. Но. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Псих-одиночка. Но! Скримаки круто сделано. Так, этот что у нас? Это у нас вообще... Бланк. Визард Бланк. Так, что он? Вот так ходит. Вообще поломанный полностью. А, нет, я думал, он медленно так и ходит. Какой-то неадекватный. Если так ночью увидеть, можно обострейшн. Ладно, давай скримачок. Пол головы нету. Пойдет. Так, это у нас Визард Кэнди. С поломанной рукой. И живота куска нет, и галстук порванный. А ну на контрол нажми, он что-то на контрол должен вроде делать. Нет. Нет, понял. Одного глаза нету. Такой поврежденный. Да. Это вот на контрол он ходит медленнее, смотри. Прикол. Давай, а вот ладно. А ну-ка. Во. Воу, на весь экран прям лицо. О, обезьянка, чи-чи-чи, Визард Чистер. Честер. Вот как бегает. Побежала, побежала. Обезьянка. Прикольно бегает, мне нравится. Помню, как мы убегали от NPC-шек. Так, 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 что он? И все, ТП-хаться ничего не может, ни на контрол? Не, вообще не может ТП-хаться. А звуки? Ну, а, издает, я слышу, да. А вот скример. Пойдет скримачок. Так, Визард, это у нас... Синди. Синди, Кинди. Это девочка. Так, как будто плохо видит. Чё на месте топчется? Очень медленно. Просто очень медленно. Ну, я бы не сказал, что прям медленно. Всё-таки скорость у неё нормальная так. Да. Вот, звуки. Норм. Давай, фигач. Вот. Красавелла.
Так, у нас теперь Визерет Пингвин. А ну-ка, на картофанчиках. Кстати, очень детализировали. Он, помню, такой был простой, теперь прям выемки на лбу. Такой крутой, крутой челепиздрик. И все? Да. А, ну я скример вот. Его помню. Да, скример такой же остался. Так, FNAF AR Pill. 8-bit baby. 8-битная baby. Очень круто сделано, даже для Гаррис Мода как-то непривычно, но разработчику респект за такую выдумку. Пошла, так, пошла. Это же ж она получается с мини-игры, которая во FNAF есть. Да, да. А ну звуки? Кнопку, погоди, на правую кнопку нажму. Исчезла? Нет. Окей, вот пробел. Нет, она очень примитивно сделана. Она в этой мини-игре ничего не может делать. А вот сейчас я нажимаю ничего? Нет, только звуки издает. А, ну все тогда. Вот скримак и... Чё-то нету скримака. Просто убил. Значит, так они и сделаны. Так, Magical Mangle. Во, чё это вокруг нее ножи летают? Да ладно. Магическая же. Офигеть. А если подойду, эти будут ножи меня дамажить, оно? Ну вот. Карта, кстати. А ну стой, не двигайся, я ее рассмотрю. Здесь у нас карты какие-то вставлены. 8 черва. Круто, очень детализировано, ну прям очень. Вот так она ходит, а вот так бегает, а она бегает одинаково. Ах ты, блин, вот это Аляща прописала. Так, это у нас просто оригинальная мангл. Так она ходит. Так, а с контролом? О, стоит. Ее телепает, ничего себе, током что ли бьет? О, все, она отключилась. О, включилась. Такая голова стрёмная рядышком. А вот скример. А нету скримера, просто фигачит. Просто какой-то великан. Ого. Я могу тут в живот прям залезть к нему. Прикольно сделано. И что? И все. А он тпхаться может? Да. Я все думал, меня подлагала игра. Теперь понял, что это он просто какой-то мощный. А звуки? А на контрол? О, и замер. Вот контрол. Ну-ка, давай скримачок. Скример, как всегда, у них очень круто сделаны. Так. Это вот Фокси, у него вместо крюка какая-то жопа с ручкой. Кусок говна, как будто какой-то, я не знаю, ну крючок есть, но... Как будто, я не знаю, что-то странное такое, как-то волдыри на руке у него. Туалетную бумагу намотал на руку. А звуки? Нету, нету. Исчезает. Ты пехаться должен? Да. Вот так бегает. Пошел, пошел, пошел. Неадекватный а вот псих. На, зубами. Ой, какой волдыристый. На нем волдыри с плесенью какие-то. Ну, такой, знаешь, поросший мохом. В животе куча челюстей с зубами. Руку засунешь, уже вытащишь пол руки. Классно, вот классно. А бегать должен он очень быстро, да, они одни из самых быстрых. Да, он такой, знаешь, как голова Фредди золотого, так быстрый. На! А вот Golden Freddy. Какой он гигантский. У него такие когти. У него когти на руках просто нереально большие. Фига себе лапу, так схватит и два человека станет. Так, звуки классные. Как бегает. Ну, он самый медленный, по-моему, из них. Да-да-да, он такой не очень быстрый. Но мощный. Да, 100 тысяч здоровья. Скримак. Вот Twisted Wolf. Красавчик. Как на контроле он. Он на контроле так передвигается. Да, как настоящий волчара. А вот так бегает. Ого! Ого, он даже быстрее Golden Freddy. Быстрее всех, походу. Ты что, звуков гигантский? Не издает. У него кости торчат из руки и плеча. Вот это скример его. На-на. Если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте палец вверх.
подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите следующий ролик.